Каждый из них должен был отреставрировать свою самую старую машину. Ого, как интересно! А потом жюри выбирало победителя. А то выиграл. Победителем стала вот эта машина. Ух ты, какая классная! Да, малыш, она очень красивая. А сейчас я тебе расскажу о том, как она такой стала. Это было нелегко. Сперва машину починили, а потом решили поменять старую наклейку. На выбор было 4 цвета. Зеленый, розовый, красный. Но для полицейской машины самым подходящим оказался синий цвет наклейки. А мне нравится синий цвет. Когда она уже была готова к конкурсу, в участок поступил срочный вызов. Другие машины были заняты, и полицейским пришлось ехать на задание на этой машине. И они сильно ее испачкали. Ого, какая грязная. Хорошо, что до конкурса еще оставалось немного времени, и можно было привести машину в порядок. А сами делали? Сначала они смыли грязные пятна сильным напором воды. Затем почистили колеса специальной щеткой. А что дальше? А дальше обработали мыльным раствором. Полностью убрать его следы, машину вымыли чистой водой. Вытерли насухо тряпкой и отполировали до блеска. Ух ты, класс! Это не все, малыш. Еще на машину поставили новую мигалку и красивые колеса. И поехали участвовать в конкурсе. Она выиграла, да? Да, малыш, она заняла первое место. А после того еще долгое время полицейские на ней выполняли различные задания. Вот такая история, малыш. Тебе понравилось? Да, очень понравилось. Хорошо, приходи еще. Я расскажу тебе новую интересную историю. Ура! Пока-пока. Пока, ребят.